Всем привет! Я сегодня также решил выбраться на водоем, половить щуку на спиннинг. Солнышко светит, но ветер жуткий. Где-то 15 метров порывы, ну то есть очень такие хорошие ветра у нас дуют. Но я думаю, я щуку найду, потому что в прошлый раз примерно я знаю, где она ловится. И я думаю, сегодня найду. Собираю сейчас свой спиннинг с тестом до 21 грамма. Хочу половить, попробовать на 110-очки, на соточки с небольшим заглублением. Есть у меня такие воблерки в коробке. Так что собираю спиннинг и вперед на поиск щуки. Палочка прикольная, у нее 213 рост, тест 4.21. Твичить ею воблерочки где-то 90-е вообще элементарно. Соточка, 110-й я сегодня буду пытаться. Так, а вот как обычно, из чего бы выбрать? Когда много приманок, очень сложно выбрать ту приманку, с которой хочешь начать. Попробую я вот с 98-го. Ух, крыш, какой ветерочек раздувается. До метра заглубление, такая, ай, цепкая миношечка. Натуралочка, я думаю, должна сработать. Вот такой вот воблерочек. Это копия Megabass Vision. Есть, щука. Ай-яй-яй, кусала. Кусала большой воблер. Вот засранка. Видимо, очень маленькая. Не засеклась, но кусала. Прям были такие тук-тук-тук подтяжки. Бодание головой. Как она не зацепилась, я не знаю даже. Но как-то так. Ай-яй, опять вышла. Вот здесь вот стоит под водорослями. Прям такая вшух, вынырнула и обратно спряталась. Сейчас попробую ее выманить. Где-то она здесь. Если не ушла, конечно, то еще здесь. Ну, это прикольно. Я вообще-то думал, как бы, ну, слишком большой воблер для такой щуки, но выходит. Вот там только что был выход мелкой щуки. Боднула приманку и убежала. Сейчас попробую доловить, получится нет. Если нет, то поставлю папирочек. Там очень мелко, прям очень-очень мелко. Поппер будет как бы то, что нужно для таких мест. Она из травки вышла. Прямо-прямо из травы. Ай! Ах. Аккуратненько надо. Не хочет больше выходить, а вот я думаю, на поппер она может и выйти. Потому что поппер, он хорошо выманивает. Такой попперочек 65. 65, да, 65 миллиметров. Рабочий классный поппер. Кучу видео на него снял, где ловил щук. Прям вообще самый рабочий мой поппер. Она ушла в водоросли. Я
если не сработал план А, то всегда должен сработать план Б. У каждого рыбака есть куча воблеров, которые долавливают после какого-то и так далее, и так далее. Составничок. Ух ты, а там карась проплыл. Большой такой. А, это не карась. Вот, это не карась, это крыса или как она там, водяная. Вот здесь вот идет. Я не знаю, видно вам или нет. Прям по дну. И она, конечно же, распугала всю рыбу. Я подумал, что карась крупненький. Есть. Вот она. Добрала. Вот, кстати, план Б, получается, и сработал. Вот она, щучка. Вышла на маленький воблерок. Не добралась на поппер, но составник ее заставил среагировать. Тише, ты будешь отпущена, не бойся. Мелкая, плыви. Спасибо за поклевочку. Вышла прямо из-под водорослей. Прям, причем так яростно прям схватила, хорошо. Первая щука, разловились. Что могу сказать, на том канале, где я был, значит, там ветер мне дул в спину, это раз, и водичка была чистая. Я там половил щучку, одну щучку поймал, были выходы, вот, переместился дальше. Здесь ветер чисто боковой вдоль канала, и водичка постоянно, ну, течение идет ветровое, и оно мутит воду. Буду пробовать, конечно, здесь ловить, но в основном я заметил, что здесь щука держится чистых мест, а здесь водичка мутная. Но все равно надо пробовать. Ай-яй-яй, был выход. Хорошая щучка, хорошая. Грамм такая, 600 точно мне есть. Что ж ты так неохотно берешь? Да что такое? Вон она, вон она. Блин, ну это вообще переместилось. Чуть-чуть дальше стала засранка. Что ж ты такая мазила? Выходит, но прям так, чтоб уверенно не берет. Есть, есть, наконец-таки я ее уговорил. Небольшая щучка, очень даже небольшая щучка. Опа, тише, стой. Вот она, красавица, и то она ударила, смотрите, она... Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас будет болтаться. Она боднула, она засеклась, блин, бедненькая. Глаза, глаза. Не выживет, наверное, не знаю. Вот такая небольшая щучка. Попробую ее, конечно, отпустить, пускай живет. Плыви. Больше не попадайся. Она мажет, она отгоняет, она не кушает приманку непосредственно. Какая-то она неуверенная. Раз уж составник неплохо ловит, то на составник пока и буду ловить именно в данных условиях, потому что здесь небольшая глубина. Как перейду и найду более... большую глубину, то, конечно же, поменяю на что-нибудь такое, до метра. Еще, еще щука. Да ты посмотрите, сколько их тут. Не одна, что ли? Или это та же самая, не наученная ничем? Подошла и развернулась, не ударила даже. Странно как-то, конечно. Снова надо поменять приманочку. Попробую
поставить кислотник. Маленький вот такой кислотничек опять. Попробую им доловить эту щуку. Может быть, ей что-то не нравится. Вроде как и привлекает, но в то же время и не до конца. Может, цвет, может, еще что-то в данный момент. Поэтому надо попробовать и другие воблеры тоже. Есть мелочь пузатая, но это не та, которая тут гоняла. Это вообще ребенок какой-то. Что это за... Это даже не щука. Точно. Это 150-й воблер. Миношка с щучьей краской. Точно. Это 150-очка. Иди давай. Есть. Есть. Вот она. Доловилась. Сейчас проверим. Точка просто та же самая. Вот и посмотрю. Щука та же самая. Или это какая-то другая. Щучка другая. У этой глаза целые. Так, да. Да что ты. Ах, какая она буйная. Маленькая. Но буйная. Это другая щука. Потому что у этой глазки все целые. Сейчас надо будет ее аккуратненько извлечь из нее воблерочек. Щучка, в принципе, с одной точки две штучки. Порадовала. Слева еще одна маленькая карандашик. Ну, спасибо ей за поклевочку. Плыви, дорогая. Убежала со скоростью света. Молодец, щучка. Главное, больше никому не попадайся. Чтобы вы понимали, здесь вот по эти плиты вода должна быть. Сейчас нету ни воды, ничего. Ну, на сегодня можно рыбалку и заканчивать. В принципе, щуку видел, маленькая, мало, но ест. И мест, конечно, стало намного меньше. Водичка ушла, ее просто катастрофически выдуло. И остались только лужицы, можно так сказать. Но щука ест и есть. Так что рыбалка прошла отлично. До новых встреч на новых рыбалках.